Тут, значит, покупатели очередные приезжали. Приехал дядя. Дядя приехал. Вот. И привез двух своих сыновей. Один из них, сын, значит, занимается тэквондо у него. А, нет, кикбоксинг, прошу прощения. Такой лоб. Семилетний. Лоб. Папаша сам-то под 2 метра, но и сынок такой же. Здоровенный. И второй сынок у него, наверное, лет 5. Значит, боится собак. Беда у него в том, что он патологически боится собак. Да, просто отец звонил и говорил, что вот хочу собаку, чтобы со мной ездила, а сын боится. Бастон-терьер. Да, разговор собака идет, страшная. Разговор идет о бастон-терьере. Страшная, агрессивная собака, бастон-терьер. Ну вот, значит, тут занесли мы этого ребенка к нам в офис. Так как он очень шибко боится. Вот. Притащили щенка, значит, щенок там. Сколько щенку-то? Сколько щенку-то? Ты подростку тащил, да? 6 месяцев. Сука. 6 месяцев. Сука 6-месячный. Вот. В общем, они спрятались. И взрослую. Спрятались за папу. Значит, заставить погладить собаку было невозможно. Чтобы он погладил ни один, ни второй ребеночек. Это бастон-терьер, прошу заметить. Этого самого щенка. Ну, в общем, уговаривали тут этого сынка и первого, и второго, ну, минут, наверное, 15-20. В конце концов, папа сказал, ну что ж ты, как-то там, Артём. И сказал, мы поехали. И они поехали. Ну, потому что эту ребенка, видимо, запугивали, видимо, с рождения. Теперь, конечно, за один день не исправишь. Я не понимаю, как может человек заниматься каким-то там этим самым кикбоксингом, его там дубасят ногами и руками. И в то же время бояться то, чего нельзя бояться. То есть вот то, что не страшно. Ну что тут непонятного-то? Нет, это внушение. Это внушение ребенку с малолетства. Уж бабушка какая-нибудь внушала, или там не знаю, кто там у них работает на этой почве. Не знаю. Это уже рефлекс заложен. Маме насрать. Он понимает, что это опасность. Он же не понимает, в чем опасность. Он как бы ему внушено, что это опасность. Он заявил, что собака опасна тем, что она кусает. Ну правильно. Потому что, небось, выходили на улицу, видели любую собаку, и какая-нибудь там бабушка или, может, няня какая-нибудь, нынче няня у нас модная, говорила, о, эта собака, не подходи, она кусается. Ну вот и внушили ребенку. Не тянут они там на няне. Слушай, сейчас няни жизнь заставляет, поэтому это не факт. Вот и все. Все. Кино закончилось. Вот так вот. Психологические портреты.